Смотри, у нас 15 августа 2016 года. Село Потеряевка. Батюшки-новички ходят. Гуляют. Вот уже батюшки подъехали к нам на престольный праздник. На завтрашний. В честь Анфима Никомедийского. Уже до зерна добрались. Миро. Все, батюшка, меня помиловали. Чё? Меня помиловали, говорю, уже. Ну и что? Все, трещины нету. Ну, перелома нету. Помиловка. Я говорю, моя симуляция скрылась, говорю. Прыгал, прыгал. Заходят, я батюшке говорю, овечек-то распустил. А они заходят на урожай. Десятая заповедь, не пожелай чужого поля. И батюшкам этим я говорю. А он говорит, так это мое, говорит. Я говорю, ну еще твое, твое портят, заходят, мощатся. А вон кто-то не твое. Да у нас договоренность. А какая договоренность? Чтобы они на урожай залазили, а потом люди ели. Выговорил. Он пошел выгонять. Я говорю, он отвечал-то шутейно. По-серьезному-то разве это может? За время на время уборки загони их. Зачем им шариться тут? Добрый день. Добрый. Ну, свозили? Чуть... Бог милует. Чудеса, и говорю. И вам на кости ну, а это прям... заживет все. Ну. Давай-ка я тебе возьму. Че? Да я отведу. Я поставлю вон туда рядышком со своим. Сейчас позвонил Сергей, что приезжает этот скрынник Елена завтра с ребятишками. Ну, я-то подумал, надо там подготовить. А что готовят? Они же не с ночевкой, только зайдут. Туда-сюда кошку перекидывать мне не стоит. Видишь как? Куры залазят. Куры, а куры непрерывно оправляются. Это нехорошее дело. Загородить надо, а их отсюда положить. Порубить их в горшок.